Вот так вот сделай, чтобы ну, косое такое каре было. Ольга Бузова «Дракула. Драконы и зомби». В канун Хэллоуина заказов у Елизаветы Моря. Несколько лет она занимается созданием образов для праздников и говорит только на День всех святых. Телефон ломится от звонков. Грим, парики и костюмы. На грим и одежду уходят дни и недели. По несколько часов приходится работать с каждым клиентом. Если на пошив костюм, то это вот самый минимум, это неделя. Это вот получается, мне придется все дела бросить и сидеть, человека отшивать. Еще зависит от сложности, конечно. И все это ради одного вечера или, например, фотосессии. Своего потребителя на самый страшный день в году находят и красноярские фотографы. Для этого многие специально на пару недель оборудуют тематическую локацию. Просто пользуются как у меня, у личного фотографа, как пользуется фотостудия в аренду, сдается фотографам. По цене, если для фотографов, то это 500 рублей, если приходит лично ко мне на фотодень, то это 1000 рублей 20 минут. И даже на красивой фотокарточке праздник денег и коммерции не заканчивается. Эстафету подхватывают местные бары и клубы. Заведения устраивают тематические вечеринки. И если раньше это были лишь бутафорские летучие мыши и паутина, то сейчас, говорят организаторы, настоящее шоу. Это магическая эзотерическая вечеринка с привлечением специалистов из области Таро, из области гадания по рунам и много-много чего другого. Также будет выставка продажа ювелирных украшений и амулетов. Также будут стильные в духе Хэллоуина угощения, напитки. В общем, будем есть тыквы и запивать кровью. И пока народ в переносном смысле пьет кровь, народные избранники таких развлечений в прямом смысле чураются. Например, депутат Заксобрания Вера Оськина ничего веселого в этом не видит. Перед праздником стали появляться костюмы, дети одеты в смерть. Кроме того, кто-то испек такие печенья в виде отрубленных пальчиков, которую ребенок понесет в класс. Я не знаю, как весело встречать с отрубленными пальчиками, так сказать, этот праздник. И такие комментарии говорят только об одном. Хэллоуин до конца в России еще не прижился. Еще один интересный факт. Сегодня мы объехали 5 уличных рынков в поисках тыквы, чтобы сделать главный атрибут праздника – фонарь Джека. И нашли с трудом. Продавцы не продают, потому что, говорят сами, люди не покупают. А значит, свои дома не украшают и духом Хэллоуина еще не прониклись. Илья Филонов, Александр Тропин, Новости ТВК.